В День Победы сотни шадринцев зажгли свечу памяти. 9 мая в завершении праздничных мероприятий состоялась уже ставшая традиционной мемориальная акция «Зажги свечу памяти». Она объединила горожан и гостей города одной общей целью – почтить память павших героев Великой Отечественной войны. И сегодня вот здесь у нас с вами в сквере очень много молодежи. Поэтому я думаю, что все те, кто сегодня здесь присутствуют, наверное, будут эту память отдавать своим детям, внукам, ну и потом правнукам, с тем, чтобы помнили, какой ценой досталась победа нашему народу. Я от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы! В мероприятии приняли участие люди разных возрастов, но особенно отрадно было видеть большие дружные семьи, состоящие из представителей нескольких поколений. Прийти им не помешал даже сильный ветер, постоянно пытавшийся задуть пламя свечи. Большой ценой была завоевана победа советским народом. Миллионы жизней остались на полях сражений. Благодаря мужеству и героизму, беззаветной преданности своей родине, советских солдат, враг был побежден. И сегодня наша с вами обязанность, наша задача не забывать тех подвигов, которые совершили воины и труженики тыла. Сегодня в Шадринске и в Шадринском районе проживает 92 ветерана, участвовавших в Великой Отечественной войне. Всего на фронтах сражались порядка 200 тысяч зауральцев. Из них более 105 тысяч не дожили до светлого дня победы. Многие солдаты и офицеры, которые пали в годы войны, до сих пор не найдены и достойно не погребены. Поисковые работы ведутся до сих пор, а участие в них принимают и шадринские студенты. 9 мая – это не просто праздник, не просто праздник победы. Это еще и своего рода памятник тем, кто погиб и не был найден, не был захоронен по-человечески. И сегодня, в этот день, в день памяти, пусть свеча вот эта горит в ваших сердцах. Память солдат, павших в боях, почтили минутой молчания. Затем колонна шадринцев потянулась в сквер воинской славы, где студенты и активисты уже выложили свечами слово «спасибо». В прошлом году участники в дополнение создали надпись «70 лет», а в этом – звезду. Завершилась мемориальная акция «Зажги свечу памяти» праздничным салютом.